Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным днем. Отмечают его с 1962 года. Глава муниципалитета вручил работникам ведомства грамоты и поблагодарил за труд. Он отметил, что сотрудники всегда стоят на страже закона, в том числе во время праздников и пандемии. Сейчас вам приходится вместе с нами патрулировать улицы города, успокаивать этих коронавирусных диссидентов, которые провоцируют людей на то, чтобы не делать прививку, тем самым подвергая все население Российской Федерации, наши семьи этой болезни, этому страшному вирусу. Спасибо вам большое за вашу службу.